На обзоре пиво светлое, непастеризованное, фильтрованное, Брау Фантом Прогустей Паттер Бергер. Разлито в коричневой 0,33 бутылке 05.04.23 со сроком годности 1.5 года. Стандартный состав, плотность начального сусла 16,5, алкоголя 6,8, красивый насыщенный янтарный цвет с красноватым оттенком, бежевая, высокая, очень стойкая пенная шапка. Аромат слабоват, карамельные луговые травы, землянистые, свежая нота цитры, чуть спирта, когда сходит пена. Полнотелое, солодовое тело, карамелька, чуть спиртозности, мягкая, приятная горячинка на финише. Не прачка, но для масс-маркета отличная ИПА, подойдет для новичков-крафтолюбов, которые только знакомятся со стилями. Это отражает и нижняя граница индекса горечи в 50 IBU.